С вами Пейн, сегодня я буду обозревать вот такую вот коллекцию Assassin's Creed 3 в одном. Что ж, коллекция она являлась на 2010 год, так как Brotherhood еще не вышла. Ну вот тогда это можно было сказать, что коллекция. Сейчас просто дилогия или сборник. Что ж, коробка выглядит не самым качественным образом, точнее DigiPack. Спереди передано вступительное слово от GameStar.ru. Написано, что включает в себя. Сзади то же самое, плюс системные требования и скриншоты. Давайте посмотрим. Что ж, первым делом вываливается вот такое двухстороннее руководство пользователя. Я не знаю, это сделано с целью экономии бумаги или что. Ну, оно, впрочем, объемное и полезное. То передана основная информация, управление, как что делать, играть, зачем все, какие символы. Вот также есть комментарии Видика и Люси, взаимодействие, персонажи. Собственно, особо зацикливать внимание ваше не буду. Так, на этом вот второй части то же самое. Вот такое вот, в принципе, полезное руководство пользователя. Дальше у нас идет это, так он еще там застрял в коробочке, это вот такой вот мини-комикс, точнее первый выпуск, он сделан не на особо качественной бумаге, первый выпуск Assassin's Creed падение или грехопадение, авторы Кэтчел Стюарт Томас, да, бумага, я вообще боюсь порвать бумагу, она настолько некачественная, блин, насколько это возможно. Полностью, кстати, не переведен, ну, возможно, это придирки или что, но, допустим, вот такие надписи. Ну, может, они особой роли не играют, но все равно. Могу я пролистать быстренько. Тут он буквально 10 страниц или то меньше. Очень короткий для первого выпуска, считаю, они примерно такие же. Так что тут ничего страшного в этом нет. Так. Ну и вот, продолжение в 2011 году, подробная информация, собственно, все. Дальше у нас идет вот такой вот DigiPack низкого качества. Удивительно, что диски не выпадают, но все же. Вот диск с первой частью, диск со второй частью. Под второй частью ключ на активацию в Uplay. Так, собственно, давайте-ка разложим. С вами был Пейн. Удачи!